Ограничение 60.
надо полный пригород. Может, окраина города. Почему-то пристойно. Мне нравится.
стихов современные.
Каждая машина потребляет электричество, но она в разы экономит потребление воды. И, конечно же, сберегает время, силы. И то же самое касается, конечно же, и стиральной машины. Но при использовании, конечно, нужно учитывать некоторые моменты, которые хотелось бы обратить внимание. При покупке, конечно же, выбирать по возможности самый высокий класс энергоэффективности. Но тоже разумно, потому что, с одной стороны, если цена не сильно двух товаров отличается, тогда, конечно, лучше, например, выбрать там А двумя плюсами, чем класс А плюс одним плюсом. Но если, например, есть два товара, которые достаточно сильно отличаются в цене, и у одного, допустим, А с тремя плюсами, а у другого А с двумя плюсами, то возможно, что если вы используете именно для домашнего использования, вполне подойдет и более дешевая модель, потому что там разницу можно будет ощутить только если постоянно этот прибор использовать, ну там, условно говоря, в коммерческих целях, да, если он там круглосуточно будет. Что бывает крайне редко. Что бывает крайне редко, да, совершенно редко. Поэтому здесь тоже на такие вещи нужно обратить внимание, но в целом, конечно, чем выше класс энергоэффективности, тем лучше. Вот. А вы знаете, мне сейчас пришло в голову, вот у нас минута осталась, позвольте, я еще свои 5 копеек несу в экономию воды. Это вот городская экономия. Многие у нас любят и газоны поливать, и ну, картошку уже все меньше и меньше, особенно в Подмосковье. Но на полив используется громадное количество воды, которое вот столько растениям не нужно. По одной простой причине. Она стоит 3 копейки у нас, вода в усадебных участках. Поэтому об экономии никто не думает. Поэтому мы не думаем, то есть мы думаем о тех поколениях, которые придут за нами. Потратьте деньги, сделайте капельный полив с таймером. Экономия громадная. Вот. Никто этого не хочет делать. Капельный полив делают, но опять же, включают, ну пошли чайки. И там 4 кубометра уносятся, я не знаю, там, за сутки, потому что жарко. А если капельный полив, то, ну, допустим, пища надо добавить, там вода там не стоит. Поэтому капельный полив с таймером. Если, говорит, без таймера, я просто везде так там. Давайте прервемся на полторы минуты. Это конечно.
стены, да, используешь какие-то строительные материалы, чтобы было стеклопакеты хорошие, чтобы тепло сохранялось. Можно опять же использовать, конечно, электрические, по большей части, да, электрические нагреватели, чтобы иметь больше чистоты. Но и там тоже надо все это анализировать, потому что зависит от жилья и условий, и погоды. А я, вы знаете, я вчера на экономию потратил, не знаю, наверное, 5 тысяч на свет. 5 тысяч рублей. Мы вчера, я дом строил, дело представил. Казалось, Волга! Пакеты. Нифига не видно, где их боковые. Такой экономик включил. Соответственно, меньше будет расходоваться энергии.